Мы находимся на площадке особой экономической зоны Алабышева. Заканчивается возведение нулевого цикла, и буквально с завтрашнего дня начнется монтаж металлических конструкций стен. Здесь, на нашем высокотехнологичном оборудовании, мы занимаемся выпуском опытных образцов электродвигателей, собранных по нашей технологии. Но, как любой развивающейся компании, нам, конечно, необходимо новые помещения с более мощной инфраструктурой. Сейчас здесь производится сборка тягового асинхронного электродвигателя, произведенного по нашей технологии. Он будет применяться на различных видах транспорта. Как резидент особой экономической зоны мы пользуемся льготами в плане налогообложения по налогу на имущество, а также транспортному налогу. В настоящее время все наши усилия направлены на обеспечение этой стройки, на подготовку к расширению производства, к набору сотрудников, установке оборудования. Стены здания будут возведены в ближайший год, но еще в течение 2 лет, наверное, будет укомплектовано оборудованием, и мы надеемся, что произойдет запуск технологических линий. Основным продуктом нашей технологии и, собственно, акцентом, на котором мы акцентируем наше внимание, является общепромышленный двигатель, как наиболее массовый потребитель электроэнергии. И здесь эффект может быть очень большим. Для широкомасштабного внедрения нашей технологии необходимо большое предприятие для установки современного высокопроизводительного оборудования технологического. Хотите производить в Москве? Заходите на apr.moscow. Планируете разместить или расширить свое производство? Оставьте свои контакты в специальной форме в разделе «Площадки для создания производств», и с вами оперативно свяжутся специалисты Агентства промышленного развития Москвы. Нужна помощь в цифровизации производства? Воспользуйтесь банком технологий, оставьте заявку, вам подберут подходящее решение из реестра новейших технологических решений. И не забывайте про горячую линию поддержки промышленности. +7 495 539 59 99, канал 3. Помните, адрес вашего бизнеса – Москва.